Всем привет! И вы смотрите Эдин Стар. И сегодня я буду рисовать настоящую картину. Мне подарили вот такой набор для рисования по номерам. Вот хочу вам его показать. Ого, какая картина! Ух ты! Вот эта вот картина должна получиться вот такой. Цифр здесь очень много. Это полотно уже с рамкой. А вот здесь есть крепежи, чтобы повесить потом эту картину на стенку. А также есть кисточки, которыми надо разрисовывать. А самое главное, есть краски. Вот такие, разные. Эти циферки соответствуют циферкам на рисунке. И, кстати, друзья, этот набор может быть отличным подарком. Здесь есть в одной колонке похожие цвета. Видите, этот цвет под номером 20, он не белый и не сиреневый. Он цвет между ними. С него и начнем разрисовывать. Поехали! Вот этот номер 20, с него и с краешку, и с него и начнем. Я разрисовываю все цвета под номером 20. Беру номер 24. Сейчас я разрисовываю цвет под номером 3. Желтый. Друзья, это очень кропотливая работа.
получился. Подписаться на мой канал и нажмите на колокольчик.